Всем привет! Сегодня видео хочу рассказать вам, почему так получилось, что видео стали выходить намного реже, раз в неделю. Вообще, причина, да, почему произошло все это. Я, конечно, как-то буду сейчас пытаться выкладывать видео почаще, делать их. Но в итоге, как так получилось? Когда я перешел на работу на пятидневку, ну, у меня выходные, да, потом были в начале выходные пятница, суббота, потом меня поменяли, стали воскресенье, понедельник. Но я там все равно думал, что что-то в выходные можно будет снимать, что-то можно будет после работы снимать. Но, понимаете, конкретно каких-то разговорных видео вот такого формата, ну, я даже не знаю, вот о чем еще можно было бы снять, да? То есть, как вот я там обычно чем-то делился, там, какими-то воспоминаниями из жизни, каким-то опытом из жизни, может, там какие-то истории рассказывал, ну, например, там, по работе, да? Как я там где-то там искал работу, ну, в этом плане. Ну, я пока больше не знаю, о чем еще можно снять, о чем еще можно поделиться. Вот. Ну, я думал, в принципе, что, ну, что там такого трудного, да, после работы можно будет также включить камеру вечером, снять ролик и его выложить. Но у меня вот именно нет идей на это, да, то есть вот там рассказать, допустим, о чем можно было бы рассказать вот в таком вот формате. Вот. А так, в принципе-то, после работы я ничем таким не занимаюсь. То есть готовить я пытаюсь в выходные все готовить, да, какие-то там по уборке квартиры. Я тоже как-то пытаюсь, в принципе, на выходных это делаю, потому что не всегда даже есть желание чем-то заниматься, хочу сказать, бывает. Иной раз день пройдет, ну, действительно так, ну, тихо, спокойно. А иногда такой день бывает, что тебе просто ничего не хочется. Вот, допустим, если сравнить эту неделю, да, рабочую, она прошла у меня в целом, ну, тихо, спокойно, да, то есть ничего такого, никакой там суеты не было. В принципе, нормально. А прошлая неделя, начало ее было вообще спокойно-спокойно, но последние дни это было что-то с чем-то. То есть мне даже, знаете, есть желание, такое желание появляется приехать домой и еще вечером хотя бы просто там часик полежать, там подремать, там отдохнуть. Вот так. Ну, на этой неделе уже, эта неделя, еще раз говорю, прошла спокойно. Опять же, сейчас будут праздники, да? Понятное дело, что у нас больше работы будет, естественно, в эти дни. Вот. Вечером поехать что-то снять, ну, в принципе, можно. Но, опять же, понимаете, каждая съемка видео, оно подразумевает за собой какую-то подготовку. То есть, какую-то подготовку. Обычно это у меня происходит, когда я еду куда-то там в центр Петербурга снимать, да, или там, какие у нас еще видео бывают такие. Съемка, например, там жилого комплекса какого-то, да, как там все выглядит и рассказывает. То есть, естественно, к этому надо подготовиться. То есть это не просто так, что я там вот поеду туда-то, все, включил камеру, начал рассказывать про это. Нет, это абсолютно не так. То есть изначально я где-то там взял, там посмотрел, да, там в интернете, допустим, там про этот жилой комплекс, там взял, почитал, рассказал. Или, допустим, продумал маршрут, да, там сегодня вот здесь там прогуляюсь, да. Конечно, бывает потом, что этот маршрут, он сбивается. Ну, допустим, вот я там хочу поехать в центр Петербурга снять видео, да. Но там, допустим, гуляю по центру Петербурга, а потом вот я куда-нибудь попадаю там в другую, ну, по центрам я подразумеваю там на Невском проспекте, да, поснимать, а потом в итоге я там попадаю или на Васильевский остров продолжаю снимать, или на Петроградку, или еще куда-то, ну, куда-нибудь, да, Вот, поэтому тоже, знаете, видео в большинстве своем подразумевают подготовку. Вот так. Конечно, можете там какие-нибудь идеи подкидать в комментариях, если эти идеи очень адекватные, я поделюсь об этом. Снимать видео какого-то, знаете, там, определенного формата. Ну, например, вот сейчас там, да, говорят, ну, что там трудного, вот. Можно снять видео, там, знаете, как оно называется, эти мукбанги, да? То есть кто-то, допустим, подумает, что все мы кушаем. Ну, я вообще смысла не вижу в этих роликах, но я иду снимать их. Как бы
Я там даже, знаете, просто так ради интереса прочитал про это, но нет, для меня это вообще не мое, мне это будет неинтересно, и я не хочу этого делать. Вот конкретно такого формата снимать я не хочу. Вот так. А так, в принципе, да, поменялся у меня график, ну, еще с января месяца, и на самом деле, да, в этом тоже есть преимущество, потому что я что-то работал в ночи, это очень тяжело, конечно, было, и на самом деле продолжительный период работать в ночи, это очень сильно вредит здоровью. Вот, сильно вредит здоровью. Вот так. А сейчас, в принципе, нормально, то есть у меня такой же режим дня, как и у нормальных людей, то есть днем работаем, ночью спим, отдыхаем. Вот. Что еще хотел я отметить, да? Что-то вот сейчас была мысль буквально, видите, я просто не подготовился к этому видео, я снимаю его вот так вот, да, включил камеру и рассказываю. Что-то я еще про работу хотел сказать, про графики. Про смены. А, ну, преимущество все-таки, да, есть в том, что она у меня хоть и рано работа начинается, но она у меня все-таки и рано заканчивается, и поэтому у меня, в принципе, вечер свободный. И, конечно, при всем желании можно вечер, не знаю, там, заняться домашними делами, если что-то надо сделать, есть желание. Погулять, тем более сейчас у нас уже световой день хорошо прибавился, да, то есть на улице прям светло, если хорошая погода, почему бы нет. А куда-то вечером съездить, там, по делам, допустим. Вот, это все, конечно же, тоже преимущества, да, есть свои. Но, знаете, вот опять же, съемка видео, просто, я сейчас не знаю конкретно, о чем можно было бы такое вот снять, даже не раззадумываюсь. Да, кто-то скажет, Толик, там можно поехать еще какой-нибудь там жилой комплекс снять, да, можно там какой-то музей посетить, я бы с удовольствием, конечно, съездил бы. Но бывает такое, что даже выходной день, один из двух дней, просто занимаюсь домашними делами. Вот просто занимаюсь домашними делами. То есть это уборка, это там, готовлю. Можно, кстати, попробовать, кстати, снять. Я просто как-то не заморачивался здесь снимать. Обязательно, кстати, я хочу тоже попробовать. Так как я это делал еще, когда жил в коммуналке, ну, что-то приготовить, да? Что-то приготовить и снять видео про это. Вот. Но опять же, если что-то готовить и выкладывать, это нужно готовить что-то новое, да, то, что я еще не готовил. Поэтому здесь тоже надо об этом задуматься, что именно. Вот. Что еще могу рассказать? Значит, про подработки какие-либо. Я сейчас вообще никуда не хожу даже, то есть все. Вот, сейчас уже никаких подработок нету, во-первых, что-то, ну, может быть, я и займусь, там будет позвонить, узнать, нужна ли помощь или нет. Вот, но я когда-то позвонил, хотел выйти, мне сказали, мы пока справляемся сами, пока заказов мало, ну, то есть силами своих сотрудников склад справляется. Ну и, в принципе, я хочу сказать, я же там снимаю видео, да, рассказываю там про доходы, да, за каждый месяц. И, ну, в принципе, на эти деньги я живу, вполне хватает, то есть, тоже пока особо не жалуюсь на это. Вот, то есть, но я не исключаю, опять же, что, возможно, надо вообще по-хорошему хотя бы раз в неделю возобновить вот эти вот подработки, хотя бы там... Ну, хоть что-то да будет. Хоть какие-то денежки еще дополнительные, да. То есть, допустим, я же поставил там для себя задачу там продолжать копить деньги, да. Конечно, я там не какую-то там определенную сумму поставил, да, которую там необходимо накопить. Но, условно говоря, то есть, я, естественно, должен этим заниматься, продолжать копить деньги, потому что это финансовая подушка. Она обязательно должна быть у каждого, я считаю. Вот. Ну, в принципе, даже несмотря на то, что, вот, я говорю, сейчас подработок нету никаких, у меня получается откладывать с той зарплаты, которую платят у меня в компании. Вот так. Ну, так, что вам еще рассказать? Премия, значит, была
25 апреля квартальная премия. Знаете, ее размер, вот меня спрашивают, ну как, ты доволен этой премией? Я потом расскажу, сколько она пришла. Сейчас не буду говорить конкретно, какая там сумма была. По сравнению, если с прошлой премией, которая пришла 25 января, ну, это, конечно, мало. Это, конечно, мало. Но если сравнить с прошлогодней премией за первый квартал прошлого года, то это очень хорошо. Да, потому что там вообще ноль был. Просто вот ноль. Просто ноль был. И все. Вот так. Вот такие дела. Ну, это я расскажу потом. Видео более подробное. Что там вышло. Конечно, у меня была идея, знаете, думал, ну, если бы хорошая премия, да, была бы вот сюда на кухню, я сейчас видео просто снимаю на кухне, я считаю, что здесь, ну, мне более удобно здесь снимать. Купить диван сюда хотел на кухню. И вот я думал, придет хорошая премия, я куплю диван, но облом. Поэтому будем ждать, будем надеяться, точнее, о том, что там когда-нибудь в следующем, может, квартале, да, или еще, там, в течение года, все-таки хорошая денежка, ну, я думаю, в премии придет. Вот так. Ну, а так на этом все, в принципе, да. Вот получилось такое видео, можно сказать, ни о чем, да, такая болтология, болтовня моя. Ни о чем. Ну, как получилось, и получилось. В принципе, те, кто ждет от меня видео, этим людям я действительно искренне благодарен. Тем, кто действительно ждет видео, тем, кто рад меня видеть. Вот. Все-таки, я думаю, будет интересно посмотреть. Все равно послушать. На этом все, друзья. Я буду стараться, конечно, не пропадать там надолго. Вот. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока.